платформа, на которую вы будете доставлять заказы из ресторанов, аптек, магазинов. У нас есть разные заказы, в основном это будут рестораны. Вы будете доставлять их клиенту по адресу, и вся работа будет идти через приложение. Ինչակ լոգոց ես առաջարկելու ազատ աշխատաժամեր, որոշում երբ աշխատեք, որ ժամեր ընտրեք, մենք աշխատում ենք առավոտյանը 9-ից մինչև գիշերը 2-ը, ավելյալ առաջիշների համար մի ժամ ավելի մեկ, մինչև 3-ը, որ ընթացիկ պատվերները։ Раздают мерч. Раздают топ шмот. Получили шмотки. Вот такой вот агрегат. Это у нас типа чехол для телефона. Ну как? Его вот так вставляешь. По идее, да? Крепление для мобилы. Вот сюда вот так вот прикрутил. И все, и можно вроде как ездить. Хотя состояние, конечно, желает оставлять лучшего. Китайское говно. Вот. Вот он, рюкзачок углово. И еще далее. Сейчас покажу. Вот он, пауэрбэнк. Ну, потом уже распакую, хотя по факту просто пауэрбэнк. Да, сейчас будем кататься. Время 3:30, даже уже, наверное, без 20. Смена в 4 открывается. Не знаю, что из этого выйдет. Когда мне сказали, что нужно будет возить кофе и супы, я такой, да ну нафиг. Ну, типа, вот как его аккуратно, да, привести клиенту, когда ты на мопеде по кочкам. Ну чё, выпал мне заказ, надо было два супа отвезти, две тары. Ну короче, девушке передаю, а там раз в пакете супчик. Я такой, ну типа извините. Она говорит, ладно, ничего страшного, я понимаю, то, что на мопеде. Поэтому вот такие вот дела. Сейчас, короче, дальше начал ждать заказ. Смотрю, он здесь 200 метров от меня. Я думаю, пойду пешком заберу. И по факту мне сейчас нужно его отнести, ну, где-то, может быть, метров 700. Короче, 5 минут идти. Поэтому вообще с кайфом. Пешочком сейчас вот пройдусь и 900 драм заработаю. Так, ну что, сегодня у нас 26 января, четверг. Вчера был первый день в Glovo. Давайте посмотрим отчет. Это вот за вчерашний день, 25 января. Сделал я где-то 6-7 заказов, точно не помню, здесь почему-то не отображается. Либо я не вижу, где здесь посмотреть, сколько заказов сделал, но, по-моему, не отображается. Сделал я примерно 6-7 заказов. Сейчас один заказ у меня был пеший, он слишком близко был, я решил не ехать, просто пройтись. Вот, но остальные были такие, достаточно неплохие, дальние расстояния. Если посмотреть по карте, где у нас тут карта, карта рабочей зоны, вот в приложении отображается, собственно говоря, вся карта, да, рабочей зоны. И был у меня заказ вот куда-то сюда, это вот где-то вот здесь, возле вот этого озера. У меня был, по-моему, последний заказ, после чего я закрылся, потому что, точнее, меня закрыли. Сейчас я об этом расскажу. Стартанули мы, получается, с офиса Glovo. Первый заказ у меня был близкий, вот, а остальные такие уже расстояние было приличное. Но в целом пойдет. Должен был я отработать до 10, но когда повез заказ вот как раз вот куда-то сюда, да, здесь у меня был последний заказ, я приезжаю, время где-то 9 плюс-минус, я даю заказ, вот, и все. И получается, я начал стоять ждать заказик. Но спустя время мне пришло уведомление о том, что я снят с линии, да, слот снят. Вот, я, честно говоря, так и не понял, почему. Спросил у знакомого, он сказал, что либо я пропустил заказ, и мне сделали красный слот, да, то есть как бы просто час обрубили, либо, я не знаю, либо какие-то иные причины. Вот, но у меня было подозрение, что я слишком далеко находился,
Вот, и меня просто прикрыли. Но я не уверен, честно говоря, первый день еще не совсем разобрался. Вот, сегодня у нас будет второй день, да, в Глово. Начинаю я с 2 часов. Сейчас посмотрим, где календарь. Вот, начинаю я в 2 часа, заканчиваю в 8. Поставили мне такой график в офисе. Сегодня вот будут слоты, время, да, обозначать. Буду другое время делать, побольше, потому что 6 часов маловато все-таки. Вот, ну, поработаю с 2 до 8. Посмотрим, как сегодня. Вчера было достаточно холодновато местами. По прогнозам, на следующей неделе будет дождь и вроде как даже снег. Это очень плохо, потому что гололед, ну его нафиг. И, собственно говоря, дождь, тоже холод. Вот, челленджей пока у меня никаких нету. Информация здесь показывается, да, вот это то, что бриллиантик самый пик, когда курьеры нужны. Вот, ну а так что? Вот моя фоточка. Что у нас здесь есть? Можно вон карты поставить, я поставил Яндекс.Карты. Можно приглашать друзей. Ну, в принципе, все. Вот такой вот был первый день. Хотел вчера записать, но что-то был слишком уставший, поэтому сегодня с утра записал. Вот, на этом все. Всем спасибо. Всем пока.